Здравствуйте, с вами Иван, и сегодня получил еще одна посылка из Китая, из AliExpress, или точнее из болгарский AliExpress. Ну, конечно, шучу, что и это болгарский AliExpress. Просто ходил по магазинам, у нас есть китайские магазины очень давно, и я, в принципе, люблю ходить в такие магазины, потому что там такие товары, которые, ну, мне просто неинтересны. Одежды, обувь там разные, там нет электроники, ничего. Части резервные, так. Какой-то уряд можно покупать и все. Но сегодня я заходил и вот купил из китайский магазин у нас вот этот товар. Это обычная доска, как в школе, черная. Вот она называется Sharkboard. С 6 штук. Это мель. Тут и одна вот, тут мель находится, и одна губка, чтобы почистили то, что вы пишете. Почему взял? Мне кажется, что это будет удобно, когда хотите что-то написать, объяснить, или вот так вот рука держать, потому что она твердая, и очень быстро написали, и что-то показали, объяснили, начертали и так далее. Так, у меня есть очень большая, белая. Я пока ее не использовал, потому что еще не решил, как это вообще будет. И поэтому вот я это взял. Ну, конечно, человек можно написать там на бумаге. Но думаю, что это будет более так интересно, и вспомнить и школы, и так далее. Так. Вот тут вот такая губочка, чтобы чистили. Конечно, вы можете использовать всякая там ерунда, мель. Они разные цвет. Ой, они очень маленькие, что вот такие. А они тут сломались. Просто они длинные. Вот эти белые. Сломались или они так были, не знаю. А, да. Так. Ну ладно, все равно. И можем что-то написать. Так, пишется. Или надо немножко намочить его водой. Чуть-чуть, чтобы не было очень мокрое. Ну, например, что нарисовать, примерно самый элементарный генератор, который на 7400, или тут может быть HCT, или русскую, как было, К-155 ЛА-3. Вот это элементы, логические элементы, двухходовые ине. Надо так писать по одной и. И чтобы получился генератор, тут было сопротивление где-то на 1 кОм. Вот так. И с выход, это выход, где будут генерироваться вот такие импульсы. Да, вот тут один конденсатор на 470 нанофарада.
Ну вот так можно использовать ее. Или если хотите математику объяснять, ну что можем написать, например, а плюс b на вторую степень, сколько, некоторые говорят, это а на квадрат плюс b на квадрат, но конечно это неверно, надо вспомнить элементарную математику, формулы для сокращенного умножения, а это надо бета на вторую степень плюс 2 по t а по b плюс b на квадрат. Ну вот так. Сейчас помню примерно константы пи 3,14. Если кто-то знает, есть еще одна e, это не первое число, которое было 2, 7, 1, 8, 2, 4 и так далее. И когда были студенты, мы шутили, потому что интеграл, забыл даже как, интеграл от n хиста, это n хиста, или дифференциал от n хиста и n хиста, или если не первое число e на хиста, вы будете его интегрировать или дифференцировать, оно остается одно и то же. И мы шутили, если там между собой ссорились, говорили, я тебя буду интегрировать, потом буду дифференцировать, а они отвечали, будешь ты мне интегрировать и дифференцировать, но я e на хиста степень. Так что, независимо, что они с вами будут делать, вы остаётесь один и тот же, и себе не меняете. Ну вот, такая доска, я думаю, что буду её использовать. Ну, конечно, немножко будет такая грязь, но иногда, если что-то захочется показать, объяснить, думаю, что будет интересно. Ссылку не могу вам оставить, или там на AliExpress, если такие нет, не смотрел, потому что я оттуда купил. Ну все, с вами был Иван Иванов. Подписывайтесь на канал. Все, пока.